Здравствуйте, меня зовут Елена, мне 33 года. Чем я занимаюсь, это главное театр, театральная деятельность. Но также люблю рисование как основное хобби, танцы и книги. Что сподвигло меня в занятие рисованием, так это мама, моя любимая мама. Потому что, когда она рисовала, мне очень нравилось, как она рисовала. Потом я начала рисовать. Но я сначала сводила, специальные сводилки у меня были. Вот, раскраски у меня были. А потом я уже начинала думать, ага, вот так вот, вот так вот. Потом у меня друг пришел. И говорит, а ты просто так рисуешь? Или ты как бы какой-то смысл должен был иметь этот рисунок у него? Говорю, нет, просто так рисую, солнышко, там, животных и так далее, и тому подобное. Вот. Но он говорит, а нужно какой-то стиль выработать. Я долго думала, что за стиль. А потом у меня просто вот машинально пришло это вот озарение, так сказать, вдохновение на этот стиль. И я вспомнила своего отца, который умер у меня 27 лет. Вот. И поэтому я взяла его как бы голубой глаз, потому что у моего папы голубые глаза, и я рисую во всех картинах как бы как присутствие моего отца, это голубой глаз на фоне. Вот. И поэтому у меня все связано вот теперь вот стиль, как бы продолжение моего папы. Вот. Я свою работу хочу продемонстрировать. Это она не случайная работа, и вообще у меня все работы не случайные. Эта работа называется «Семья». Вот. Тут три цветка, ну понятно, мама, папа и я. А вот. Эта работа, как я уже сказала, не случайная. Я была в Чатуре, это Грузия, и там нашла на столе три цветка, вот именно вот такого розового цвета. Вот. Такого розового цвета. Вот они лежали на столе и увидали. Я сфотографировала, это фото привезла домой и подумала о своей семье. Сразу подумала о своей семье, потому что, как бы, олицетворение Троицы. Это как бы у меня семья. Вот. Как бы так. Ну, на этом я заканчиваю свое интервью. Всем хорошего настроения. До свидания.